И всем привет! Сегодня я, Алекс Про, и я с тобой видел, что сколько-то минут я нахожусь в курятнике. Но не один. Всем здорово. Да, это мои котята, но Даши, то есть. Не считайте, что мы их купили, мы их нашли где-то. И вот, я буду с ними сидеть. Не знаю сколько. Где-то минут 20. Тут еще две курицы. Я их забыла вон туда вот загнать. Потому что они сами не хотели все. Они тут постоянно убегают. Я привлекаю их к китикетам. Вот, например. И вот они приходят. Смотрите. Вот я такой вот. Их гоняю. Беру китикет. Делаю вот так. Фаста иду. Походу они уже наелись. Потому что они уже съели две пачки. Я не знаю, надо им еще предлагать. О, а вот Гоня. А вот где-то еще. Блин, а где он? Там вот Плюшек. Кстати, его зовут Сима. Всем поздоровайся. А вот это Соня. Короче, с ними мне будет весело. Ну и не только с ними. Тут еще Гоня и Плюша. Все-таки ее Плюша зовут. Эй, Гоня, ты куда? Гоня, я забыл. Тебе надо со мной остаться. Иди-ка сюда. Иди-ка сюда, Гоня. Дай тебе погладить, Гоня. Ты вот можешь туда идти. Гоня. 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 Так. Ладно, не буду их пугать камерой. Но они постоянно пугаются камерой. То есть телефона. Кстати, у меня тут огромные раны были. И если вы хотите спросить, от чего это... Только тут еще вообще трэш происходит. Симба, ты куда пошел? Иди сюда. Короче, мы там с другом соревновались, кто быстрее добежит. Вот он меня подрезал вчера. И я вот так вот просто проехался по асфальту. Так, ёх ты. Ядрить, колодить. Что будем делать? Так. Все тут Симба, Соня, Гоня, Плюша. Да. Ой, тут там их две. Еще хуже. Кстати, у меня вообще зоопарк. У меня то хомяк, то собаки, то котят, то еще одна кошка. Даже рыбы. И еще 10-8 цыплят у меня там. Петух один. Но это понятно, потому что если бы два было, то было бы драка.
это уже понятно. Давайте, идите сюда. Короче, они уже понимают, что там ничего нету, но они же не знают, что там типа что-то есть. Так, тут понятно, комары летают. Они уже тоже понимают, что там что-то есть, но их нету. Е-мое. Давайте разбежимся и будем каждый сам за себя. Как из Brawl Stars, девочки. В смысле, это что тут такое? Кстати, недавно я видел, вот там вот была крыса. Там прям такая огромная была. Какого-то фига. У нас тут крыс же нету. Не знаю. Может, там подкинули крысу? Так, я боюсь же. Ты их пугаю. Кстати, они там уже яйца сделали. Нормально. Соня, Соня. Симба, Симба, Симба. Гоша, 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 Тони, ну и что вы будете? Что, вы танцевать будете? Да хватит там уже наверху ходить! Достали эти крысы. Да плед! Боятся. Ну, с этими маленькими бубусами я буду надеюсь живых. Ты куда? Соня! Соня! Жрать! О, Соня. Блин, что-то я еще хуже сделал. Все-таки лучше даже вот так вот. Соня, что ты пугаешься? Симба там вообще что-то делает непонятное. Иди с ним тоже в команду. Как ты поняла меня? Но больше никого нету. Вообще, я тут не 20 минут буду сидеть, а еще где-то больше часа. Потому что меня друг закрыл. Я ему сказал зачем-то. Чтоб я с ними побыл ради ролика. Если вы там не перестанете бегать, я сейчас скину что-нибудь большое. Наконец-то поняли. Кстати, будет палка, может, в них кинуть палку. Симба, что ты не хочешь здороваться? И всем привет, это я, маленький Симба. Меня нашли с моей сестрой. Думаю, понятно. Не получится с ней поразговаривать. Эй, Гоня! Плюша! Гоня! Гоня, Плюша! Идите туда! 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 Было бы круто, если бы тут еще побольше было их. Так, Соня!
но Соня почему-то реагирует на звук. Иди. Сидите там. У меня суперспособность солнечность. Да ладно, штука. Нам тут еще сидеть. Для вас мне тут еще сидеть очень много. 9 минут и уже 15 секунд. Ну, хотя это недолго. А вы там сверху замолчите уже. Понятно все. Я не знаю, тут нашел какой-то камень со землей. Вот я его сейчас буду очищать. Тут потому что делать вообще нечего. Только эти крысы мешают. Пауки тут вообще ничего не делают, кроме своей паутины. Чего вам надо? Плюша. Чего? Да не ори, сори, брат. Давай. Давай, чел. Прискакала. Да замолчи, дура. Почему она уже откусана? Да замолчите там. Хватит бегать! Да не реально уже достали. Что-то ушами двигаешь. Да Плюша, иди быстрее. Давай. Давай. Тебе Уай Амироми, не повезло, не повезло тебе, Плюша. И этому ореху не повезло. Уай, Амироми, не повезло, не повезло. Какого фига она была откусанная, если она была огромная. И целая. Кто тут перо свое отставил? А? Понятно все. Давайте сейчас поярче сделаю. Вот. А где такая камера? Могу вот так вообще сделать. Все, давайте, всем пока, я пошел спать. Спустя 13... Спустя где-то 5 миллионов лет. Вообще делать нечего. А курицы те не убегут на огород? Где ж там огород? Симба. Симба, клумба, мишковая пальма, пальма, клумба. Арцеланда, хуба, буба, сладкая вата, вау, круто. Симба, это, кстати, про тебя трек. Еще симбочка, пимпочка. Что-то уже прям совсем ярко. Ну, это то, что солнце. Во, вот так вот. И все-таки вот так. Вам еще со мной сидеть 5 минут.
А сидеть мне тут еще очень долго. Если я не буду снимать видео. Бля, вообще скука. Это что было? Сейчас курицы улетели. Такой. Уи. Реально, куда она улетела? Я не пойду в ту дырку. Когда она текла. Ладно, сейчас попытаюсь открыть. Надеюсь, пауков не будет. Опа. Ты слышишь, что кто-то приехал? Кто-то приехал. Надеюсь, родители. Я не знаю, что это делать. Все, минус Гоня. Уже понятно. Плюша. Плюшаня. Плюшаня. Понятно, не будет там бегать. Вот сейчас попробую на этой штуке. Попробуйте туда пролезть. Помогите! Мне паук был на ноги. Кто боится пауков, ставьте лайк. Подписочка лучше. Не, ну я стараюсь, я снимаю видео для вас, чтобы вы смотрели. Если вам было бы скучно, сразу же заходите на мой канал. Две минуты осталось. А, комары бесконечно кусают. А крысы постоянно достают. Ладно, осталось еще 1.5 минуты, и все, видео заканчивается. Так уже осталось 1 минута, и я иду проверять, что там случилось. Если вы хотите тоже узнать, то значит надо продолжать видео. Вот уже осталось 50 секунд. Когда будет 19:50, будет обратный отчет. Нет. Может, я пойду проверю. Смотрите, как могу. Как я сделал монтаж, пауза. Такое можно у меня делать. Все.
вас убьют, я попробую пролезть. Считайте, что я теперь курица.